Смотрела я одно видео на канале «Готовим и едим дома». Там Лена показывает, как приготовить, ну, такую, я бы сказала, мини-пиццу такая на сковороде из лаваша. И вот я решила повторить. Значит, здесь перчик зеленый и лук обжариваются. Сейчас они уже почти готовы. Я буду добавлять сюда фарш. У меня вот такой. Это фарш филе бройлера. Кекова, это Латвия, по-моему. Или Литва. Не могу найти. Латвия, да. Латвийский фарш. Он подешевле нашего. Так, сейчас будем добавлять. Одной рукой не открою, поэтому выключаюсь. Теперь добавила фарш. И он будет обжариваться с луком и с перцем вместе. Так, ну вот, теперь фарш готов. Достаем лаваш. Сейчас покажу. Я уже купила такой готовый. В смысле, не готовый, а по форме. Сейчас я сказала, что у меня готовый лаваш. Я имела в виду, что вот Лена показывала квадратный, прямоугольный обычный лаваш. Она его разрезала по диаметру сковороды. А я купила, у нас уже продают готовые. Вот такие, видите, они уже кругленькие. Только открыть, и все, ничего не надо резать. Все готово. Сейчас я покажу, что будем делать дальше. Положили основание на сковородку. И теперь сюда сверху кладем фарш, перемешанный с луком и перцем. Ну, посоленный, конечно. Наверное, надо было немножко черного перца молотого, но я не стала. Ой, мимо. Так, и вот когда все заполним, тогда сверху накрываем вторым. А, нет, до этого еще надо тертый сыр сюда добавить, положить сверху. Так, ну все выскакивает у меня. Одной рукой не очень удобно, сковорода ездит. И сверху посыпаем тертым сыром. Так, и накрываем вторым лавашом. Все, сейчас крышкой закроем это и чуть-чуть просто прогреем, чтобы сыр расплавился. Так, ну, и вот потом... такая вот получается лепешечка. Начинка внутри вкусная. Можно разрезать на кусочки и с чайком подавать.
такие были там в Финляндии, вообще дохлые, придохлые. Ну, все-таки, да, далеко они от кормушки не уходят. Да. Все, сейчас еще столько снега навалило. Такие вот были точки. Красиво, боже. Да, счастливо. Ну, лучше будет проявить. И все. Все-таки вот когда кормежки, я вот заметил, у них тоже своя иерархия все-таки есть. Я как-то думал, да, что все там. Красиво, это молоденькое. Все, пожалуйста, на это только соли, да, наверное. Ну, это все смотрят. Без рогов это кто? Эти безрогие оленёхи, да? Мы на них, они на нас. Что мне напоминает? В Антарктиде людей на землю скрыли. Помнишь, впервые они там увидали. Попозировали и пошли в лес. Олени? Я там даже не видел, слева немножко. Привозят сюда, где они стоят, большой рулон силоса. Давай с тобой пройдем. Те кормушки, да, да, смотрим на фоне этих оленей. Нет, нельзя. Есть такие столбы, на столбы устанавливаются такие положили. Кубики, соль. И вот, короче, или снег, нельзя. Или дождь, стекает по этому кубику, ты съедаешь по этому столбу, и они ходят в виду соли. Ой, бежит, бежит один, смотри, один бежит. Ну, оленей. Да, здесь мы в этом плане очень уморно, потому что какая бы зима ни была снежная, какая бы она холодная ни была, всегда будет корм. Потому что в дикой природе очень много погибает, если нет корма. Смотрите, какие прекрасные кабачки из ала. Кабачки из оладьев. Готовила рулетики из лаваша. Из того, что было, что называется, майонез, тертый сыр, очень вкусные оливки с чесноком. Нашла их в Кария Маркет. Раньше я таких не покупала. К сожалению, выбросила упаковку. Но я думаю, что я их куплю еще раз, тогда покажу. Вкусно очень получилось. Ребята, посмотрите, какой интересный аппарат я увидела возле библиотеки. Смотрите, написано «Таллинская центральная библиотека». И вот стоит вот аппарат. Написано, что библиотека. Что это такое, я не знаю. Давайте подойдем, посмотрим. Книжки и журналы надо сюда, если в случае, если библиотека закрыта. И вот показано, как нужно это делать правильно. Но ее ведь надо как-то открыть. А как открывать? А вы умеете пользоваться, да, этим? Она сегодня не закрыта. А вот этим умеете пользоваться, чтобы книжки этот, нет?
Там нужен какой-то ключ, наверное, да, специальный? Да. Ну вот девочки тоже не знают. Сказали, как какой-то ключик нужен специальный. Ну, ясно. В общем, видите, написано, что библиотека сейчас закрыта. Надо возвращать в этот ящик, но какой там, может быть, каждому что ли дают ключ. Я не знаю, как эта система вообще работает. Сейчас все по-новому.